Зачем нам на дискотеку? Здесь так и весело. Я думаю, что в СНГ странах вообще очень развитая культура, рестораны, кофейни. Просто мы зашли и такой классный. Все обслуживается хорошо. Теперь ждем наше блюдо, а надеюсь, вкусно будет. Селедка пошивой – это мое любимое блюдо. А Юн вообще не может кушать рыбу, вообще не может нюхать. Чао ма, чао. Что это они дали? Интересно. Я кореянка, я просто пробую. Вообще не остро. В집에 있으니까 살찔 것 같아, 계속. 이 국물도 기름이야, 다. 주위로 это все. А, можно? Что это? Это что? What is this? Что сюда? Томат? Помидор? Аджика. Аджика. А, аджикаре. Аджика. Мой? 다 이거 따라준다. Все, покушали, пойдем. Всем привет, дорогие. Вечером мы поедем на свадьбу моей подписчицы. Как я сказала, в Корее свадьба как максимум полчаса. Ну, в Узбекистане, говорят, длинная свадьба, поэтому немножко переживаю. Но она российская кореянка. Интересно, как будет выглядеть. Я приготовила две платья. Первый это вот такой длинный. У нас в Корее не одеваются белые платья, но тут Узбекистан, поэтому вот второй это такой короткий. Многие выбрали это платье, а Юн вот так одевался, и мы уже готовы поехать на свадьбу. Корейская свадьба начинается утром, тут начинается вечером. Мы позовем такси и поедем. Это будет корейская свадьба в Узбекистане. Поехали. Вау! Вау, это очень большой и красивый. Очень круто. Честно, мы думали, что это дворец просто. И он немножко в шоке, люди танцуют и шумно. Нас встретила сестра Маши невестой. Что это такое? Люди поют, люди танцуют, это такое веселое. И зал прямо очень-очень-очень-очень красивый. Наконец иду к невесте поздороваться. Еще увидела друга, которые познакомились в Петербурге 5 лет назад. Подошла ей, она красивая, как куколя прямо. Я передала подарок маленьких из Кореи. С ее женихом тоже познакомились. Мы все вместе фоткались. Это для нас будет незабываемое воспоминание. С ее гостями тоже познакомились и села. И начала кушать. Очень много еды, и девочки тоже подошли ко мне. Некоторые девочки так хорошо говорят по-корейски. Я думаю, в СНГ страна свадебный зал красивее, чем корейский. Все корейцы, да? Да, мы корейцы местные здесь. Вы самаракканчи родились? Да, самаракканчи. 애기들도 다 드레스를 입고 온 것 같아. 그러니까 드레스 너무 예쁘다. 맞습니다. 한국에서 아빠랑 딸하고 아빠는 여기 한국에 남았어. 딱 유니에 나찰리 날리치 보드. 보드카 아니야? 보드카? 문예 또지. 다 마시면 바로 또 한대. 천천히 마시면 되죠. 천천히 마시면
чоги요? Капуста, морская капуста. Вы знаете, здесь папа сказал, что А, это рыба, да? А, это курица. Можно один? Спасибо. Синта тади. Если вы не можете заказывать после водки солеными, я могу принести вам лимон. Она все. Так приятно, что встретилась с подписчицей. Мы поболтали, пока он принес лимон. И он выпил, кушал лимончик, еще наливал. Еще выпил, наливал, выпил, наливал. Потом я увидела самую трогательную. Танец жених, невеста. Я почти плакала. Почему в Корее в свадьбе не танцуются? Я бы тоже хотела, но уже моя свадьба была, поздно уже. Если у него друг появился, то есть он пьяный уже. Понятно. Я очень рано вышла замуж. У нас обычно 33-34 года замуж. Не, у нас 22-25 лет. Свадьба на самом деле очень весело была. Конкурс, игра, вообще супер. Потом люди все встали и начали танцевать. Такая веселая свадьба, я тоже начала танцевать. Это прямо как дискотека. О, официант подойдет. Слава богу, он принес сладости и сок. Ой, говорят, что меня позвали. Ой, что такое? Она блогер. И вот она сейчас здесь, в Узбекистане, и посетила эту прекрасную свадьбу. Алло.
Да. Вы поняли? Самое главное смотреть таким взглядом, чтобы все понимали. Что, переведете? А, делает. У нас свадьба обычно полчаса. У нас была длинная свадьба 40 минут. И у вас бесконечно кушаете, пьете, танцуете, кушаете. О, это очень весело. Вот так я уже пошла и напилась и потанцевалась. Еще танец папам. Конечно, с женихом тоже красиво, но почему-то мне с папом тоже очень трогательно. Потом опять еще раз. Зачем нам на дискотеку? Здесь так и весело. Дорогие, мы вышли, ну, сейчас говорит таксист, что регистан закрылся, поэтому просто бросили нас в незнакомом месте, поэтому нам нужно 2.5 километров гулять. Что это такое? Другие машины все едут, а нас бросили. А, наверное, скоро президенты приедут в Самарканд для конференции, поэтому из-за этого закрыты. О, что-то меня удивляет, это ночь, никого нету. Если бы Корея, все гуляют, пьют. А, говорят, что девушки поздно не гуляют, не ходят на улице. Ну... Ассаламу алейкум, Самарканд! Тогда всем пока!